Вопрос. Нет вопросов. Про Бог для пива или не Бог? Бог для меня Иисус Христос, а вот значит Андрей Тропила, он очень уважаемый человек для меня, но не Бог. А для пса Бог. Для левого и для левого Бог. Ты что-то можешь сказать про это? Бог для меня только Иисус Христос. Все. А для псов? Для кого угодно. А для псов, Андрей? Ну, это моя такая вера. Я как бы вхож во все... У меня очень много друзей мусульман, Андрей Тропила, я его просто очень люблю. Андрей Тропила просто с собаками отыгрывает в фильме вообще все себя. Спасибо ему большое. Ну, твоя вера – это твоя вера, у нас веры разные. Нет, просто у нас вера одинаковая. А, ты... Здесь сложно. Андрей Тропилов подыграть сложно. Ну, можно. Знаешь, вот когда собаки становятся зайцами, ну, зайцами или свиньями, понимаешь, вот Лев уже был, Рей, ну, чтобы Рея поставить в кадр, это очень сложно. Не стреляй, Ваня. Дим, ты все снимаешь? А вот ты думаешь, что я тупый? А ты умный человек или глупый? А, это не важно. В принципе. Так, это не важно. Тебе есть что рассказать в этой жизни? Еще сказать, конечно, наверное, еще. Уже нечего, ты что, блин? Ну-ка, взбодрись. Кстати, расскажи-ка про Метро Блюз, твоя песня. С кем ты? Метрополитен Блюз – это очень интересная песня. Мы ее сочинили вместе с моим напарником Александром Ивановым. Так получилось, что мы сели в метро, когда ехали с своей репточки, сидели, и говорил: Сашенька, давай-ка сочиним песню о том, что... А Сашенька откуда, из аквариума? Саша Иванов – это мой напарник, не из аквариума, а мы с ним работали с 81 года. 82-го, скорее. Ну, а где вы первый раз Метрополитен с Дучей исполняли? А с Дучи мы исполняли вообще где-то в 93-м году, наверное. Да нет, с Дучи мы, это был 96-й. Он так, блядь, на эльфа похож, блядь. Так-то окажется, а так на эльфа. Самцы. Так не, а вот с Дучи где? В ДК Невский или где? Мы с Дучи исполняли Метрополитен Блюз. Кто третий был? Женя Павлов. Это я вспомнил, это был 90.